Всем привет, дорогие друзья! И с нами появился новый человек. Его зовут Дмитрий Ваганов. И гуляя по Перми, сегодня мы нашли одно заброшенное место рядом с нашей, короче, прогулкой. Вот, сегодня о нем расскажу я. Так, мы заходим. Тут раньше была, как я понимаю, стоматологическая клиника Dixie. Тут мы сразу замечаем какую-то, ну, пристройку к дому, гараж, закрытый гараж. На 500 лайков спилим и посмотрим, что там. Вот, собственно, что тут? Тут, кстати, неплохо построить базу. Дом просто полностью заваленный какими-то грязными вещами. Это даже уже не вещи, это просто мусор. Ну, куда-то это... Вот, основной дом. Ну вот, дом с мусором. И различные предметы. О, возьму ножик для самообороны. Кто-то подъехал. Сейчас. Так, проходим далее. Тут есть, как я понимаю, будка для собак. Собак нету. Самое интересное. Какие-то дома. Блять. Блин, иди нахуй. Так. Открывай. Замок. Так, возьми швабу. Блять, сломано. Может быть. Ладно. Потом, возможно, сломаем. Следующая дверь. Чего? Я стою просто за забором, мне вот камень не вылетает. Чего? Ну, короче, сейчас будем разбираться. Интервью пострадавшей. Так, откуда вас прилетел камень? С левой стороны иду и... Где? Под отсюда? Камень. Отсюда? Либо отсюда, либо с другой двери. Нет, окей, ладно, ладно. Там площадка детская. Опишите, как вас прилетел камень. Иду, иду, и руками прям под ноги. Вот под ноги? Первый подозреваем, но прям кровь. Это не... Итак, следователь Дмитрий Ваганов. Начинаем. Ладно. Да капец, всё. Идем дальше. Снимаешь? Да. Попробуй ударить шваброй, посмотри. Посмотри, попробуй ударить шваброй. Коля, иди ты у меня, да. Неудобно. Нормально. Ходи! Зачем камни в людей кидать? О, ты прям серьезно у меня руль не мечается. Без комментариев. О! Это было там. Вы слышали, нет? Что, звук? Я не слышал? Нет. Мои до слева было. Никого не было. Нет, никого. Уходим, Коля. Камни, звуки. Оттуда звуки были, я твою мать. Одного колышу. А? Я одного колышу, что летают камни, какие странные звуки. Как это была сидя? Да, да, была. Так, ладно, мы возвращаемся. Мы никого не нашли. Я очень боюсь, что в меня, правда, сейчас тоже прилетит кирпичом. Но магнитофон. Прикольно. Замок тоже какой-то. Так, ладно, идем дальше. Лопата. Лопата есть. Возьми лучше. Не-не. На пластике. И что? Я кажется, оттуда кинули. Видишь, что мы здесь? Так. Ваня, тут Как тут целый. Там тут целая чил-зона. Бомжатский. Как, кстати, можешь на площадку быть? Бомжатский VIP-клуб. Все двери закрыты. Да. Все двери закрыты. В общем, я хочу разбить окно и в него пролезть. Проскочимся по найденным нами вещам. Какая-то панама. Я не знаю, что это такое.
Ну, это вот для тех чуваков, которые такие видео снимают. Бабра, я с ней хожу. Столярский нож. Магнитофон. Термос и поломанный стол. Ну и куча хлама. Да, давай. Ваня, кто-то живет. Свет горит. Посмотри, там свет горит. Капец. Там горит свет. Да, вот эту палку мы туда закинем, чтобы увидеть, есть изменения или нет. Потому что там горит свет, я очень боюсь. Привет. Долбоёб. Дуб номер два. Все, шикарно. Ага, её ветром сдует, ну ладно. Ну ладно, пойдем. Это он. Короче, это конец. Мы уходим. И если вы наберете на этом ролике 500 лайков, то мы лайков. Сюда... 5 лайков. 10 лайков. 10 лайков. То мы сюда вернемся и залезем в этот большой дом. Короче, сейчас мы засунем туда доску, чтобы, когда мы придем в следующий раз, увидеть изменения, убрали ее или нет. Итак, всем удачи, собираем 10 лайков, и мы сюда возвращаемся. И всем вернем. Пока.